Всем привет. Ну что, ребята, продолжаем проходить игру Cats. Так, никаких донатов мне не надо. Спасибо вам большое. Ну что же, открываем ящик. Проныра, жало, Бигфут, дрель, циркулярка, лазер. Понятно все. Так, комплект мощности. Это хорошо, конечно. Бонус, катер. Так, и у нас еще ящик от спонсоров, да? Получаем здесь дрели всякие, жало и опять комплект мощности и 12 кристаллов. Ну что ж, довольно неплохо. Вот такая у меня в данный момент, ребята, машина. На 18 этапе я. Дайте-ка я заработаю себе ящички. Тихо, 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 Брэндит. Ёлки-палки, это ж надо было так заехать-то, а? Да, нежданчик, конечно, был. Блин, неужели такое колесо мощное, а, стоит? Давайте, наверное, может быть, поменьше какой-нибудь поставим. Вот это, например. Да, потерял в хп немножко, ну да ладно. Так, ну этого должны разбомбить. В принципе, так оно и получилось. Ящика еще не дают. Продолжаем. Ух ты, а это мощный парень. Ну тут, естественно, я проиграл. Нифига он там себе понаставил ракетниц. Так, продолжаем. Ну, а здесь, по ходу дела, я выиграю. Все, отлично. Ну, вы дадите мне ящик или нет? Сколько мне еще ждать? Амон или Амох? Ну, в общем, неважно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Все-таки лазер сделал свое дело, и мы его выигрываем. Ну что, осталось еще один ящик вам заработать и пойти. Оу, тихо, ты что делаешь? Скатывайся, вот туда и едь. Нифига, да, ребят, получилось как у него. Просто прокатился сверху моей машинки. Немножко своей пилой посверлякал. Ну, здесь проигрываем мы. И опять мне не видать ящика, а? Ёлки-ты-палки. Ну, здесь должны выиграть, ребят, посмотрите. Все, даже тут можно было невооруженным глазом все это определить, потому что у него мало хп было и атака маленькая. Здесь тоже должна быть победа моя. Отлично. Ну, дадите, нет? Все, шикарно. Теперь, ребята, поехали, наверное, на чемпионат. Ну, для начала мы сейчас укрепимся маленько. Что у меня по корпусам? Слабенький. Так, а вот этот? Слушайте, а вот этот практически как у меня, но все равно он хуже будет. 16 энергии у него, да? У меня 13. Но у него по хпшкам немножко отстает, конечно. Давайте мы сейчас с вами протестируем эту машинку, так скажем. Установим на нее последнее. Оу! Нет, ребята, не настолько она мощная, чтобы все на нее влезло. Так, получается у нас 10600 атаки. Колесико. Ну и еще, наверное, надо одно колесо. Пробуем, наверное, ребята, что у нас из этого получится. Так, я на 8-м месте в данный момент. Оу, тихо-тихо, отлично. Пошло дело. Так, тут у нас как тихо, отличненько, тоже победили. Нет, 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 ну зачем ты так делаешь, а, Кристиан? Ну, нечестно же так. Вау, тут вообще полный проигрыш. Здесь должен победить. Да, должен победить, конечно. Не вышло у меня ни шиша. Все, все, елки-палки, победили. Я думал, сейчас лазером бомбанет и все. Так, а в принципе, что дальше? Дальше нет смысла смотреть, там медалей все равно нету. На 4-е место я поднялся, и это хорошо, ребят. Что? Ну, давайте, наверное, знаете, что сделаем с вами? Запустим ящик и увидимся немножечко попозже. Я открою там новые детали и продолжим с вами играть. Так что далеко не уходите. Всем привет, ребята, перешел я на 19 этап, как вы видите. Не успел маленько, думал, поиграю, но автоматически перешел.
Так, берем наклеечку. Ну, какая ошибка может быть, а? Ага, легендарный сундук нам дали. И что в нем такого хорошего? Комплект мощности. И все. 355 тысяч у меня золотых. В данный момент я на первом месте. Но, как видите, еще не все игроки подтянулись. Так что давайте продолжать. Вскроем ящик, посмотрим, что из него нам достанется. Ну, в основном только колеса и получили. А, еще бонус. И в нем мы получаем катер. Что-то мне везет на катера в последнее время. Так, у нас одно очко, да, есть, которое мы можем на что-то обменять. А на что? Награда за быструю ставку? Нет, не хочу. Думаю, нету в этом смысла пока. Да тут, в принципе-то, и изучать пока нечего. Вот, смотрите сами. Так что приберегем. Потом лучше что-нибудь по-хорошему сделаем. Так, ну что же. Погнали, наверное, ребята, да? Хотя, подожди, какой погнали? Давайте, наверное, немножко усилимся. А что это за катер такой? Нифига, 19 энергии, ребята. Может быть, даже его надо ставить? Смотрите, он даже по хпшкам превосходит. Вот так вот. И теперь надо колеса поставить обратно. Так, 470 вот сюда. А этот, наверное... Подожди, у нас есть покрупнее? По-моему, нифига нету. Ну что же, 28 тысяч у нас жизней. И сейчас мы устанавливаем свои ракетницы. Так, одни близнецы сюда поставим, а другие... Или лучше лазер, а? Так, смотрите-ка, здесь у нас тоже ракетница, довольно неплохая. Но близнецы будут получше. Так, и того у нас 10600. Ну, та же самая атака и осталась. В общем, давайте смотреть, что у нас будет на лиге происходить такими темпами. Так, тихо, тихо. Блин, ну тут я проиграл. Печалька. А здесь... Оу, да ну, брось ты нафиг. Да куда тебя поднимает все время? Ну что ты будешь делать, а, ребят? Ну, да, аристократа победили, это хорошо. Так, Амирон. Чуть-чуть буквально не хватило мне на выстрел. И он был бы готов. Так, Ника мы победили, отлично. Так, Монг. Ай-яй-яй-яй-яй, помню я этого братана. От хитрец. Тут тоже неудачно получается. Ковшом он меня приподнимает. Так, здесь я. Тоже мы проигрываем, ребята. Ой, какая-то досада. Всего два боя выиграл. На каком я месте? На втором нахожусь в данный момент. Это, в принципе, неплохо. Но я не знаю, стоит ли убирать колесо. Понимаете, в чем дело? Меня все время поднимает. То ковшом, то еще чем-нибудь. Да, надо что-то сделать. Или же... А в принципе корпус нету смысла укреплять. Потому что там вся суть в этом. В атаке у них. Я проигрываю только по атаке. Так, давайте попробуем вот так сделать. Где мои колеса? Отлично. Так, и теперь устанавливаем орудие. Так, один близнец стоит. А где у меня еще-то один? Хороший такой. Вот этот, что ли? Ладно, пускай будет так. Но, по крайней мере, видите, атака уже у нас 10661. Колесо будем ставить? Нет, наверное, не будем. А вот... Слушайте, может быть, хпшку? Или укрепиться немножко? Мне все хочется, но я знаю прекрасно, что мне придется скоро все это менять. Можно было бы влить этот корпус, но давайте, наверное, с вами башню используем. Уж больно хорош корпус, давайте вот это вот вольем. Отлично, вот так. Ну что, 108, а, 10800 у нас атаки. Уже 11 тысяч. Сейчас все деньги спущу по ходу дела, да?
Ага, еще плюс 175. Сколько дает? Ну, в принципе, прилично, да? Так, еще 175. Итого уже 11,5, ребят. Все делается для того... Оу, шикарно. Так, ну, еще 175. 11700 у нас атаки. Ну что, будем еще вливать или нет? Я думаю, наверное... Слушайте, ладно, наверное, ничего не будем мы с вами делать. Давайте попробуем так. Ага, я уже на пятом месте. Оу! Чё ж ты так фиговенько-то у меня вниз стреляешь? Ёлки-палки. Называется «убрал колесо». Ну, тут вообще меня разбирает. Не пойдет так дело, конечно. Ерунда все это полная. Ой. Да, неудачно. Ладно, где у нас корпус такой хороший, более-менее? Тут 13 энергии, да? Здесь 12. Ну, комета, я не хочу, если честно, комету. Я уже решил играть, как говорится, на этом... На катере. Так и будем продолжать с вами. Если, конечно, мне не выпадет какой-нибудь убер-корпус, блин. Так, давайте рискнем. Ну, нет. Опять нифига у нас не получается. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ты будешь делать? Ну, немножко не хватает. Тут сейчас лазерами бомбанет. Да, тут без шансов. Монофикс. Ну, а Джона? Слушайте, по-моему, мы уже это видели. Как меня такими темпами здесь разбирали. Ровным счетом ничего не изменилось. Ну надо же. Одну медальку все-таки мы вырвали. Ну, смотрите, даже вот если бы у меня сейчас ровно бы стояла машина, да, мы бы его разбили. А так он куда-то там вверх бомбит. Толку от этого никакого нет абсолютно. Не так, не сяк. Что ты будешь делать, а? Это у нас для кометы. Так, 1321 он дает. Пробуем. Хотя, я думаю, зря. А может быть и нет. Ну, здесь понятно, этому верту мы проигрываем. А тут, тут отлично. Вот он, о чем я вам и говорил. Ну, здесь проиграем. Сейчас бомбанет, естественно. Так, Джон. Да что такое, смотрите, все равно вот колеса поднимают меня. И из-за этого я только и проигрываю. Блин. А без колес тоже никак нельзя. О, я уже вообще на восьмом месте. Так, что же тогда можно придумать-то? Брать другой корпус. Хилиться, точнее укреплять здоровье, я не вижу смысла. Давайте попробуем вот этот поставить. Что у нас тут есть? Давайте вот это колесико. И вот это. Будет такой у нас с низкой посадкой. Где мои пушки? Давайте близнецы. Ай-яй-яй. Не хватает, ребята. У меня всего 4 энергии свободные. И что я могу поставить за них? Ничего. 9 нужно, елки-палки. Да. Вот только если так, ребят. И остается одна энергия. А у меня за одну энергию, по-моему, ничего и нету, да? Хотя 2 надо. И тут 3. Можно, в принципе, влить энергию. У меня же есть? Есть. Давайте тогда вольем и поставим спереди отбойник. Йо, ничего себе он требует. Офигеть. Давайте его тогда установим спереди, вот сюда. Ну, может быть, так оно будет лучше. Сейчас проверим мы с вами мою теорию. Продвинемся мы или нет. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут мы не можем выиграть этого верта. А у него нифига там, да, машина. Комета с тремя колесами. Это что-то. Оу, даже Джону здесь проигрываем. Ну а Криту тем более. Так, Монк. А, понял я этого. Вспомнил я этого Монка. Да, он на этой машине.
Ну, здесь победили. Ладно. Медаль наша. Кик Лол. Проиграли мы ему. Оло. Выиграли. Итого две победы. Всего лишь две победы. Ха-ха, вот это хорошо. Сейчас было сделано. Три победы. Ну, не хватило мощей разбомбить. Аристократ. О, вообще улетел за кулисы. Ну, здесь уже что-то. Так, 5 у нас побед. Вот так вот. Мирона 11 мы победили. А здесь, наверное, не получится, да. Плохо, плохо. Но, тем не менее, 6 побед. На каком мы месте? На 5-м? Всего лишь на 5-м месте? Чё-то меня так вообще не устраивает, ребят. Паршивенько, если честно, было как-то... Не сыграно даже, я бы сказал, а то, что меня перекинули. 27. Да слишком дорого все это обходится мне, а. Мало того, что я кристаллы трачу, да. Так еще и денег столько. О, вот это вот хорошо. Так, 33,5 почти тысяч хп у моей тачки. Слушайте, а вот я думаю, а может быть установить лазер, а? Стоит он того или нет? Так, давайте это продавать, лишний хлам. Так, сколько у меня уже? Так, 74 тысячи. Деньги нужны на элементарный ап, чтобы укрепить машину. Так... Еще, наверное, немножечко надо вбомбить. И будет все. Подожди, не сюда. Давай, наверное, вот сюда. Так, плюс 250. И еще 500 он даст. Блин, ну этот корпус хорош, а? Хорош, блин, тут ничего не скажешь. Ах, даже не знаю. Ага, ребята, у меня по максимуму раскачан мой корпус. Я уже больше не могу ничего в него влить. И он всего лишь 23 тысячи дает хп. Давайте тогда вот так сделаем. Так. Поставим колеса. Орудие. Так, этот у меня с 5 звездами получается, да? Значит, его можно апать, апать, апать. Там еще, ого, сколько. Вот думаю одно, что мне с этим корпусом делать, а? Может быть влить? 3300 он дает. Нет, не надо, мне жалко все-таки, а. Может быть потом как-нибудь. А сейчас давайте продолжать. Ну тут опять шансов нету. Блин, смотрите, 3 лазера установил себе, а. Ну. Все одно и то же, ничего не изменилось абсолютно. Хотя, а нет, нет, лазером добомбил. Кик-лол. Такое ощущение, что они тоже укрепляются в тот момент, как и я. Где справедливость? Нет справедливости. Да, дальше так продолжаться не может. Я на 5-м месте. Давненько я не засиживался на таких местах. Что у нас по колесам? Блин, ну вот этот что, липкий диск. Ну да, дает прибавки. Но я сейчас буду... выглядеть сикось-накось. Сами представляете, да? У меня опять же будут... Вот если так сделать, то возможно и прокатит. А так бы я просто вниз бы стрелял бы. В никуда. Ну? Оу, оу, да ладно вам, хорош. Это вообще полный отстой. Если честно. То, что я тут замутил. Давайте лучше сделаем, как у нас до этого было. Лучше нам сохранить 5-е место, чем скатиться потом куда-то. Да, жалко, конечно, что у меня нету места для отбойника или для ковша. Очень бы сильно мне пригодилось бы. Так. И еще один комплектик забомбим. 33 тысячи хп. В принципе, уже неплохо. Мы уже можем с вами выдержать. Давайте загонять. Уже определенный натиск.
И, наверное... Так, сделаем, блин. Все кристаллы разбазарил, ребят, все. Давай, 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 давай. Бабахивай. Но атака все равно отстает. И причем довольно хорошо. Давай это колесо сюда же. Я вот думаю, может быть, отбойник. Хотя он нам пригодится, я больше чем уверен. В дальнейшем. Так, да, это все загоняется. Ну, попыточка еще одна, ребята. Если нет, так будем ждать тогда следующей игры. Ай, манафикс этот. Ну, Джона-то победим. Отлично. Вот это уже другой разговор. Ну-ка, Монка. Нет, Монка не получится, потому что вот что он вытворяет. Он меня поднимает и потом бомбит. Кик-лол. Нет, не выходит. Борджи. О, хорошо. И вверх. Ну, здесь мы проигрываем, ребята. Да. Крит. Все понятно. А дальше нет медалей. Ну что же, ребята, тогда давайте мы с вами увидимся в следующей серии. На этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами немного позже. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч, ребята.